Так, что ты там смотришь? У нас тут вообще-то важные дела. Ну, блядь. Тут. Так, мы уже на подлете. Готовим чемоданчики. Мы поворот проебали, блядь. Пиздец. Ну, конечно, у тебя карта перевернутая. Что ты там смотришь? Переверни карту. А, по факту. Блядь, дурачок совсем. Короче, мы летим. Сейчас будем садиться. Запомнил? Это очень важно. Главное сесть, мягкое. Диспетчер, прием. Сука, опять накурился. Ну, диспетчер, ну, у нас же тут ответственная миссия, ну. Диспетчер, прием. Прием. У нас тут кайф. Пиздец. Главное, не накуритесь, пока мы прилетели. Да, уже поздно, мы тут уже кайфуем на всю. Все, блядь. Мы между. Съебался нахер. Отошел отсюда. Отец идет. Да. Так. Здравствуй, дорогой. Привет. Хабиби. Тем. Ладно, съебался. Здравствуй, дорогой друг. Вот мы и встретились. Сегодня ждет тебя увлекательная история, которая объяснит тебе популярно, что ты сделал не так в этой жизни. Смотри внимательно. Эта девушка сыграла очень огромную роль в моей жизни. Помянем. Она прикрыла меня. Ну как прикрыла? Я ее наебал. История была в один жаркий день летом. Я ехал на поезде. Далеко на поезде ехал. Было жарко. Я съел банан. Не поверишь, и запил это все йогуртом. И это была хуёвая идея, когда прижало моё очко, мне дико захотелось срать. А мы ехали, это был плацкарт, всё и так воняло вокруг, я не мог этого терпеть. Моё очко сжималось максимально, и ещё чуть-чуть осталось, чтобы плотину прорвало. Я не сдерживаясь побежал в туалет. Туалет в плацкарте, представляешь? Он весь засранный. Засранный нахуй. Ну я, полуприсевший, решил срать. Ебать. Я пожалел об этом. Я сам не понял, как это произошло. Резкий поворот. Меня трусануло. И я обдрыстал всю стену. Всю стену полностью. Я, блядь, растерялся. Взял ёршик, думал это как-то стереть. Но, блядь, размазал еще сильнее. По всей стене было говно. По всей. И я не знаю, что делать. Я понимаю, что, ну, блядь, я последний, кто ходил в туалет. Все подумают на меня. И тут я выхожу, и мне приходит в голову идея. Захожу в плацкарт. Там сидят все мои одноклассники. Ну, я сходу за это. Кто, блядь, был последний в туалете? Все смеются, говорят, Наташка. Наташка, наша, блядь, классуха. Начали заходить туда в парашу, смотреть на эту засранную стену, там вот такие вот шары были на стене. Охуенные. Здоровенные пиздец, я сам не ожидал. Ну, с того дня, не прошло и дня, все учителя начали ее хуесосить. Начинали называть ее засранкой, вонючкой. Наташка слабый клапан, Наташка какашка, просто. Я охуел. И знаешь, что произошло? Нет? Смотри, слушай внимательно. Через неделю она повесилась, понимаешь? Это все из-за меня. Поэтому в честь ее набил тату. Я остался, блядь, гордым, сильным мужчиной. А Наташка... Не могу больше. Ладно, заканчиваем. Так, пацаны... Ебать! Там охуел от всей сыграть. Ебать. Вы не пройдете. Этот кабинет только для чистых учеников. А ну похуй, идите. Ебать, отличник. Эй, шаверма готова, да? Братанчик, подходи. Ох, бля. Так, всех уберем пушку. Раз, два, три, четыре, пять. Будь мое мгновение, любимое, отвелись ко мне ты,
Нихуя себе. Я не понял. Братская дружба. Да. Так, давайте, помогите мне по-братски. Бля, еще мне накидывать книги вообще в наглядь. Похуй. Так, пошли давай. О, спасибо, какой джентльмен. Благодарю. Можешь себе бутылочку оставить, одну из пачечки. Ты знаешь, что рабство обвинили в 1918 году? Для черных не отменяли ничего. Позабудь об этом дне, спор не нужен никому. Не читай нотации мне, Вова, это ни к чему. Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет туда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя.